Лучший из лучших, министр физической культуры и спорта Чувашии, встретился с ведущими спортсменами республики. Легкоатлеты и шахматисты, гиревики и вольники. На встрече с министром победители и призеры международных соревнований летнего сезона. Не всех удалось собрать, потому что понимаем, что у спортсменов свой график подготовки. Я хочу всех поблагодарить, всех тренеров, спортсменов за большой труд, за те результаты, которые вы показываете. За каждой победой стоят годы серьезных тренировок, кропотливая тренерская работа и неимоверная сила воли. Алексей Германов знает это как никто другой. С десяток всемирных игр спортсмен вернулся чемпионом. Сегодня юноша готовится к новым соревнованиям. Через 2 недели я уезжаю на сборы, подготовка к чемпионату Европы, который будет в Италии, в городе Анкона. И надеемся, что привезем опять золото. С победой вернулась с международных соревнований Анастасия Александрова. На первенстве Европы по гиревому спорту она завоевала бронзу. В гиревой спорт я попала совершенно случайно. Для меня это было в новинку, когда я поступила на первый курс Чувашской государственной хозяйственной академии. Просто придя в зал, я попросила показать, как обращаться с этим снарядом. Мне показали, и у меня получилось с первого раза, и пригласили заниматься этим видом спорта. А потом потихонечку уже я втянулась и бросить уже не смогла. Свою жизнь без спорта не представляет и другая Анастасия Мамлина. Она – бронзовый призер летних сурдолимпийских игр. За высокие спортивные достижения Анастасия и ее тренер Анатолий Прохоров получили благодарность главы Чувашии Михаила Игнатьева. Министр физической культуры и спорта Сергей Шелтуков отметил, что в республике созданы все условия для успешной самореализации спортсменов. За высокие достижения на международных стартах чувашские спортсмены и их наставники получили единовременные премии и ежемесячные стипендии. Дарина Игнатьева, Андрей Шоклев, Республика.